Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас с вами такое бьюти-видео, будем тестировать новиночки первого каталога Faberlic, будем тестировать с вами кварцевый массажер, тоник Биомика, и будем сейчас с вами красить волосы красочкой Salon Care 501. Поехали! Ну, мой цвет до, при искусственном освещении, да, я надела свою любимую, вашу любимую повязочку. У меня седые корни уже, девчонки, вот, видите, видно вам, да, должно быть, уже сантиметра 2-3. Сейчас мы будем закрашивать, посмотрим, как краска Salon Care справится с сединой. Что ты? Ну, что ты? Вот. Эксперт справляется хорошо с Salon Care, я еще в этом плане не тестировала. Так, сначала мы с вами сейчас снимем макияж мицелляркой Вербена, которая у меня тоже в этом заказике пришла, моя любимая. Снимем с вами макияж. Очистим лицо. Наверное, в таком порядке будем действовать, да? Покрасим волосы и осуществим уже потом уход за лицом. Мицеллярку Вербена я использую. Комфортную, классную, которая не щиплет глазки. Наношу на два тиска обильно. Промакиваю. И будем с вами умываться. У меня достаточно стойкий макияж на лице, и Вербена с этой задачей неплохо справляется. Немножечко оставляем на глазках, чтобы наша косметика пропиталась мицеллярной водой. Все-таки ей не стоит пренебрегать. Я сейчас вот, наверное, недели две не пользовалась мицелляркой совершенно, а пользовалась пенкой Global Oxygen, которую мы все равно сейчас с вами, я покажу, применю. Видите? Хоп! И практически все. Вот. И как-то нет. Я вам хочу сказать, все-таки перед пенкой нужно очищение мицеллярной водой обязательно, если у вас на лице есть макияж. Мне так, по крайней мере, комфортнее, моей коже тоже. При попадании в глаза у меня вообще никакого дискомфорта нет от этой мицеллярочки. Она невероятно комфортная. Все, мы сняли макияж с глаз, снимаем макияж с лица. Вот так. Все, ватные диски прям ух. И теперь завершаем очищение пеночкой вот этой Global Oxygen. Мне очень она нравится. Она безумно комфортная, тоже не щиплет глаза. И мы уже с вами ее тестировали. Она смывает прекрасно макияж с первого раза. Я делаю вот так, распределяю по всему лицу. Пенка немножко сейчас проникнет в поры, остатки макияжа оттуда вытащит. Пенка это делает, мне кажется, лучше, чем любой другой продукт. Помассируем. Губы забыла. И смываем. Все, девчонки, кожа чистая, кожа дышит, безумно комфортно. После пенки, даже прям вот после некоторых пенок хочется нанести скорее какой-нибудь увлажняющий компонент на кожу. Нет, нету. Предлагаю, пока мы будем красить с вами волосы, нанести маску Биомика. Сегодня комплексный уход у нас Биомика будет. Она нам, в принципе, никак не помешает покрасить волосы, да? Пусть пока лицо напитывается. У нас такой вечерний с вами уход получается. У нас сейчас вечер. Масочка, кстати, классная. Я ее повторяю не первый раз и прям вам рекомендую. После нее лицо напитанное, увлажненное. И кожа такая упругая. Так. И на лоб. И на веки я ее наношу, потому что эта маска сливки, она не застывает. Веки я всегда тоже напитываю. Это обязательно, может быть, не таким сильным толстым слоем, как все лицо, но им обязательно должно тоже достаться. Без этого никуда. Так, все. Я сняла повязочку. Сейчас прочешу свои волосы. Будем с вами на сухой, наверное, наносить, да? Так, расчесываемся. Мне, в принципе, сейчас на волосах, наверное, по темноте, да, не пятерка, а потемнее, наверное, четверочка.
Будем красить пятеркой, посмотрим, что получится. Мне сейчас главное прокрасить корни, а потом я немножко протяну на всю длину. Ну, тут, в принципе, в салонке достаточно краски. Я думаю, мне должно хватить. Сейчас волосы не особо длинные. Вот у нас тюбик с окислителем, тюбик с краской и бальзамчик, который мы тоже с вами обязательно сделаем. Хорошо, что тюбик с носиком, да? Краски эксперт. У нас с вами приходится в чашке это все дело замешивать. Так, открыла краску. Оттенок 501 не очень понравился. Это такой, мне кажется, пепельный брюнет. Вообще оттенок мокко. Я брала у других производителей, в других красках. Он красивый такой, благородный. Поэтому выбрать решила сейчас именно его. Так, выдавливаю красочку. Все, готово. Пустая. Если понравится, так и буду его брать. Пока в таком цвете мне хочется пребывать. Теперь сбалтываем. Я даже нашла свою кисточку. Потому что такой тюбик, он сереет, видите? Не рыжеет, ничего. Такой вот серый, холодный оттеночек. Так, и по проборам сейчас буду наносить краску. Тут как бы никаких секретов нету. Я вам уже показывала, как крашу волосы. Поэтому сейчас покрашу и вернусь. Так, кстати, забыла сказать, я сама начала уже без перчаток. В этой краске перчаток нет. Хотя я вам уже в обзоре заказа говорила, что в эксперт мне последний раз приходила с перчатками краска. Я вот уже один пробор промазала, поэтому имейте в виду. Что-то у них с перчатками сейчас почему-то проблема. Эксперт один раз до этого приходила без перчаток, а потом уже последний раз с перчатками. Я так как следует наношу на корни, чтобы свою седину закрасить. Так. Ну и все, продолжаем в том же духе. Краска довольно жидненькая. Она, кстати, сначала не пахла, сейчас прям так вот собрался запах ванны, уже пахнет аммиаком сильно. Хотя она у нас, по-моему, заявлена как безаммиачная, девчонки, если я не ошибаюсь, да? Фу, уже прям это. 100% написано, закрашиваем бережно, окрашиваем глубокий насыщенный цвет. Аминокислоты шелк у нас в составе. Не вижу ничего про мяк, но она не может быть безмячной. Заметила, знаете, что у меня сейчас корни в зеленцу такую уходят, видите? Не, ну это будет холодный цвет, я уверена. Но сейчас пока такая прям зеленца есть. В общем, я осталась распределить краску на длину. Краска жидковата. Почему ее многие девчонки не любили, писали как-то, помню. Я как такие жидкие краски, особенно сейчас вот сзади, когда прокрашивала, да, я смотрите, как делаю. Я на кисть сразу краску наношу. Нанесла на кисть сразу краску и погнала. Во-первых, так удобно, так все хорошо прокрасится. Вот. В общем, сейчас я длину докрашу. Все, девчонки, домазюкала. Мне хватило краски на всю длину. В этом плане все замечательно. Она жидкая, поэтому, наверное, и хватило. В общем, пока все вот так выглядит. Дышать уже здесь не могу, закрытой дверью. Пойду проветрюсь, будем дальше с вами тестировать средства. Девчонки, маска почти съелась кожей, да? Я сейчас ее буду смывать спонжиком. Будем с вами тестировать вот этот вот продукт, восстанавливающий тоник с сыворотку. Съелась. Так, ну что, встряхнем. И наносим на лицо. Я буду пока так. Слушайте, мне нравится распылитель. В биоуглу, где-то родимый, там прям плюется каплями крупными. Здесь нет, здесь все комфортно. Для меня, по крайней мере, мне нравится. Вполне. Сейчас посмотрим, какие будут ощущения. Легкий холодок, девчонки, идет по коже. Прям много так, смотрите, конкретно наплевала. Холодок и пощипывание сейчас идет. Пощипывание в Т-зоне. Ой, это что, аналог мицеллярки? Щипит очень сильно вот тут в Т-зоне. Больше нигде вроде. В глаза я не попадала, по-моему, но, видите, так много нанесла от души. Прям вот почему-то вот тут по бокам щипит. Трындец как. Не содержит парабенов, силиконов, этилового спирта, СЛС, красители, гипоаллергенная душка. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Врут наглым образом. Это линейка вообще для чувствительной кожи не подходит однозначно.
Очень щипит вот здесь пока. И какой-то такой холодок есть. И немножко на веках пощипывает, девчонки. Но не так, как здесь. Покраснений вроде пока нет, как вот было от мицеллярки, да, краснота прям пятнами была. Вот эта зона, может, чуть-чуть порозовела прям. Но не пятнами, по крайней мере. И веки. Как-то вот на веках некомфортно, если честно, от нее. От этой тоник-сыворотки. Так, ну сейчас начинает впитываться, посмотрим, что будет. Так, уже будем наносить с вами ночной крем и по нему уже работать кварцевым массажером. Я сейчас использую Global Oxygen, кислородную маску на ночь. Классный, кстати, продукт, мне тоже очень нравится. Липкий, полбаночки уже использовала. Липкость есть, но она пропадает, правда, через часик-полтора. Но это обусловлено наличием гиалуронки. Знаете, какой-то по коже холодок странный. Не то чтобы как будто ментол, но странный. Быстро восстанавливает, улучшает общее состояние кожи, поддерживает ее микробиом. Ну вот впиталась. Что сказать? Липкости нет. Увлажненная слегка кожа. Все. Больше ничего не могу сказать. Слегка увлажненная кожа. То есть есть такое небольшое сияние, которое говорит о том, что какой-то увлажняющий компонент здесь все-таки есть. Да? Липкости никакой нет. То, что какая-то... Ну, может быть, упругость появилась немножко, девчонки. Упругость. А так... Легкое увлажнение, все, больше ничего не могу про этот продукт сказать. Я вот сейчас по первым впечатлениям второй раз не возьму. Есть гораздо интереснее и достойнее продукты. Кожа холодная, блин, нос холодный, щеки. Есть гораздо более достойнее продукты Faberlic, чем вот этот вот спрей сыворотка Биомика. Ну так вроде ничего. Хотя вот нет, сейчас, кстати, липкость легкая есть. Легкая такая. Видите? Липкость все-таки присутствует. Не знаю, мне как-то вот Софнер Биоглоу больше зашел, честно говоря. Там витамин С и как-то прям увлажняющего компонента, что ли, побольше, не знаю. А Жене прошло, кстати. Дискомфорт на веках тоже прошел. Вроде все нормально в этом плане. Красных пятен не появилось. Но первое вот это пощипывание прям напугало, если честно. Я думала, сейчас что-то будет. Ну и как бы все. Вот увлажнилась слегка кожа. Есть легкое такое сияние, как после, знаете, корейских тонеров, да? Есть оно, да. Липкость потихоньку проходит. Кожа увлажнена. В принципе, продукт неплохой. Но у меня вот второй раз к нему бы рука не потянулась, если честно. Второй раз его купить. Так, давайте наносить с вами масочку ночную. И пробовать в деле наш кварцевый массажер. Текс. С покрашенными волосами. Это все, конечно, так выглядит интересно. Сейчас, пока мы все с вами процедуры сделаем, уже как раз нужно будет волосы смывать. Посмотрим, что за цвет. Но он и сейчас, девчонки, если честно, слегка зеленцой отдает все равно. Мне кажется, если вот такой вот оттенок взять блондинкам, кто хочет уйти в темный цвет, да, может получиться что-то страшное. Так, масочку нанесли и включаем наш кварцевый массажер. У нас в комплекте с ним вот такой чехольчик был замшевый, красивый, черный. Я в нем и буду хранить его. Так, внутри у нас здесь одна пальчиковая батарейка, типа 2А, да? И здесь есть вкл-выкл. Нам нужно повернуть поворотный механизм включения. Вот жужжит. Я вам уже в обзоре заказа показывала. Жужжит. И он прохладненький сам камешек. Но у меня не будет он ездить по коже, потому что, девчонки, блин, после этой маски лицо липкое. То есть я вот так, если буду проводить... Не, проводится, конечно. Если я так буду проводить, то я, получается, растягиваю кожу. Неприятных ощущений никаких нет. Не знаю. Давайте проработаем одну сторону, посмотрим, что изменится. Но я не думаю, что с одного раза что-то изменится. Так же, как и массажер фаберликовский, да, где он у меня в зале лежит. Вот этот розовый, который у нас за 1000 рублей, да, с насадками, с разными. Массажер для лица. Так же, как и он, все это направлено на системное действие, да? То есть будете делать каждый день, я уверена, что будет эффект. Не будете делать каждый день, ничего не изменится. Ну, массаж для лица это всегда хорошо. Вообще приятно. Процедура на самом деле приятная. Покраснений никаких нет. Вот когда после
носа делаешь, жутко щекотно, хочется чихнуть. Потому что вот эта вот вибрация, я не знаю, мне так, по крайней мере, может, у вас такого не будет. На лбу у меня морщины есть. Вот она, видите, на лбу. Ее я все время стараюсь разгладить. Но так, в принципе, все комфортно. Такой прохладненький камешек. Не сказать, что сильно холодный. Я уже в обзоре заказа сравнивала его с Трирол гелем, да, там они прям похолодней. Ой, не могу. Так щекотно, когда тут делаешь возле носа носогубку, вот это разглаживаешь. Прямо от этих вибраций. Так на самом деле приятненько. Нанесли ночной крем. Я бы сейчас с удовольствием полежала бы, поделала. Но лечь я не могу, у меня голова окрашена. Поэтому мы все с вами делаем стоя. Так интересно. Я люблю такие всякие штучки массажные для лица. Они позволяют как-то не запускать, что ли, ситуацию, оставаться в форме, ну, лицу. Такие пошли рассуждения уже философские, девчонки. Расслабляет, потому что расслабляет. Действительно расслабляет. Сейчас полежать бы, вот так и поводить, да, в кроватке. Но так по эффекту, там вот одну сторону я сделала, да, вторую еще не сделала. Мне кажется, у меня вот под этим глазом как-то припухлость больше. Здесь поводила, да, и вроде нет, и поменьше, да, видите, здесь как-то видно. Вот сейчас если поводим под глазом тоже, не водится, маска липкая. То есть эта вибрация, она идет с корпуса. Вот здесь ничего не двигается, ничего, как бы не подвижный массажер сам по себе, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Эта вибрация, она просто такая, не знаю, как быстрые-быстрые толчки, что ли, да? Звуковая вибрация. Ой, где-то прикладываешь, прям он холодный такой становится, а где-то не так. Интересно. Но после массажа, как после любого, да, массажа, в принципе, тем более я слегка растягиваю кожу, она немножко розовеет. Вот такой здоровый румянец, знаете, появляется. Так, вот под этим глазиком поводили. Припухлости как? Мне кажется, не так выражено. Вот я еще когда делала, в обзоре заказа мне показалось, что прям вот как-то вот припухлости убираются. Девчонки, вы как видите, ощущаете? Мне кажется, неплохо. Буду, в общем, дальше пользоваться на постоянной основе. В общем, мне понравилось. Прям не расслабляет вот эта вибрация. Хочется прилечь. Буду пользоваться дальше на постоянной основе. Прям утро-вечер. И в ближайшее время пост в Инстаграм тогда напишу. Что да как. А так хорошо, вы знаете, на лице же есть вот эти точки. Акупунктурный массаж. От головных болей. Ну, вот это, мне кажется, та самая штука, которую можно прикладывать к этим точкам. Мне как раз сейчас голова болит. Тут, кстати, поделала, прям как-то хорошо. Вот эти вот точки. Вот здесь они есть. Виски. Ну, так прикольно, мне нравится. Сама задумка, сама затея. Не знаю, насколько он стоит своих денег. Наверняка совершенно аналогичный продукт есть на AliExpress. Раза в три точно дороже. Пока мне нравится. Классно. Я, кстати, искала его по Faberlic Life, хотела взять. Не было. Может, потом появится. Все, залипло, девчонки. Короче, ладно. Ну, вы поняли, да? Мне пока все нравится. Прикольно. Я пойду еще краску подержу немножко. Помассажируюсь, покайфую. И вернусь к вам уже показать цвет волос. Кто там залип? Там за ребенок залип. Сидит, молчит и кайфует. Нет. Что нет? Страшно? Потому что руки трясутся, как она жужжит. Ну что, девчонки, смыла краску, смыла шампунем, потом нанесла бальзамчик в салонке. Что хочу сказать. Седину она закрасила. То есть это я вижу. Корни получились немножко светлее. Это при искусственном, я вам освещении сейчас показываю цвет. Но когда высушишь, это будет не видно. У нас всегда так, да, на мокрых волосах с вами. Вот. Я сейчас феном волосы не сушу особенно. Поэтому, когда высохнут сами, я вам уже покажу.
конечный результат. А так неплохо, в принципе, мне нравится. В зеркало смотрю. В принципе, то же самое, что и было. Не знаю, может быть, оттеночек немножко поменяется на сухих волосах. Вот. Так что вот так. Девчонки, снимаю вам уже на следующий день при естественном освещении, да, как выглядит цвет волос. Таким вот шухером на голове я встала. Все красиво, все корни закрасились, цвет благородный, мне все нравится. Я в следующий раз, наверное, такую же краску и буду брать. Вот. Ну, на этой ноте с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.